градусов. Ну, да. Да, вот. Начало. Берешь. Вот, кстати, да, хороший вариант. Сейчас мы вам покажем, как из кровати, как кровать превращается. Превращается кровать. Превращается в элегантный стол. Вот как очень просто из кровати сделать себе многофункциональный стол, который может послужить, ну, для чего угодно. Например, делать одеяло из шерсти или пуха. Я его покрываю, опять же, тоже специальной красочкой, грунтом. От кровати нам понадобились уголки. Значит, трубки я нашел и немного арматуры для вот скрепления для такого. Ну, крашеный он будет намного, конечно, красивше. Ну, и ржаветь как бы не будет сильно. Вот такой у нас столик. А применить его можно хоть куда на самом деле. Верстачок, вот можно доски сюда кинуть там или еще что-то. То есть был бы столик, а применение ему найдется.